Друзья, всем привет! Меня зовут Александр Сариков. Сегодня я решил поговорить про такую штуку, которая называется обратные форшлаги. Это очень прикольно и интересно. Погнали! Итак, сегодня поговорим про такой мелизм, который называется обратные форшлаги. Про простые форшлаги у меня уже есть видео. Давайте немножко вспомним, что такое форшлаг. Это такое украшение, это добавочная нота. Играть ее можно по-разному. Сейчас я покажу два способа. Форшлаг, он не имеет длительности. Он как бы звучит за счет основной ноты. То есть мы... Первый способ, это мы делаем такой как бы слайд. Форшлаг к основной ноте. Вот такой форшлаг со сдвигом одного пальца. Вот, а второй способ, который я часто использую, это форшлаг, такой легатный форшлаг. Это по сути то же самое, только мы его играем двумя пальцами. Вот такой легато. То есть я всегда к основной ноте играю добавочную ноту. Это может быть тон, либо это может быть полтона. В зависимости от мелодии, которую вы хотите сыграть. Вот. Это простой форшлаг. Вот. Я очень часто использую так называемый двойной форшлаг. Сегодня про него поговорим. Обратный форшлаг, ну, собственно, судя по названию, это тот же самый форшлаг, только играется в другую сторону. То есть мы его играем не снизу вверх, а сверху вниз. Тоже такой слайд. Можно играть одним пальцем. И этот форшлаг я играю в основном всегда вот таким вот глиссандо одним пальцем. Вот это очень красиво использовать в мелодии. Сейчас я покажу такую мелодичную связку. Играется она из двух форшлагов. Допустим, возьмем вот такой диапазон нот. У нас будет соль, ля и си. Вот три ноты. Тут у нас получается два тона. Вот. Какое украшение можно сыграть? И в любом месте, где у нас два тона, мы можем сыграть. Первый форшлаг вот такой. То есть мы двигаем все пальцы, все три пальца. Ну, точнее, два. То есть это форшлаг, мы играем, по сути, третьим пальцем. Вот, от ноты си до ноты ля. Вот, двигаем сразу три пальца. И потом срываем ноту ля, ноту соль. Тот же форшлаг, только играем его срывом уже. Получается вот такой вот мелизм. Вот там, где у нас целый тон, мы можем смело играть эту штуку. Собственно, мы можем продолжить фразу. То есть мы играем кусочек фразы от ноты си. И потом от то же самое от ноты ми до ноты до. То есть такая же связка у нас здесь тоже получается два тона. Ну и собственно потом мы можем сыграть это внизу и прийти в соль мажор. То есть по сути мы играем вокруг соль мажора. Вот такая вот готовая фраза. Это сочетание можно играть ритмически всякими разными способами.
либо вот такое сочетание. Сначала играем легато, и потом фаршлаг. Давайте поиграем это под плейбэк. Тут у нас будет соль мажор, септ, седьмой ступенью. И попробуем на эту гармонию поиграть вот эти вот наши идеи. Дальше мы можем всячески играться с ритмом, играть эти фаршлаги в разных ритмах. Даже если мы возьмем тоже диапазон нот соль мажоре, си ля соль, ми ре до, си ля соль. Вот такой вот интересный обратный фаршлаг. Это очень клевый мелизм, когда вы играете соло. Вот еще раз, мы всегда играем дополнительную ноту перед основной нотой. То есть фаршлаг у нас сам длительности не имеет. Вы можете поискать и построить какие-то свои фразы на основе таких фаршлагов. Это можно играть в разных тональностях. И в пентатонике, и в гаммах, то есть неважно. Вы можете поискать свои фразы, используя эту идею. Друзья, на сегодня все. Я надеюсь, что эта информация окажется для вас полезной. Подписывайтесь на мой канал. Меня зовут Александр Сариков. До скорых встреч!